Налоговая амнистия по списанию пени для физических лиц. Применение подобного механизма возможно при условии уплаты суммы основного долга на имущество и транспорт, а также земельному налогу, образованным до 1 января 2020 года. Исключением является обязательство по уплате налога на имущество и земельного налога за 2019 год, который необходимо оплатить в срок до 1 октября текущего года. Списанию подлежит сумма пени, числящаяся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 апреля 2020 года, а также сумма пени, начисленная на сумму такой недоимки до даты ее уплаты, включая день уплаты. Главным условием списания пени является уплата суммы основного долга. Пеня списывается по тому виду налога, по которому будет уплачена недоимка. Срок проведения налоговой амнистии продлится до 31 декабря 2020 года.